Анонс и дата выхода нового сериала «За каменной стеной». Показ сериала состоится 17 марта на Домашнем. У Вари благополучная жизнь. Пока что главная героиня живет с бабушкой, но вскоре собирается сыграть свадьбу с любимым мужчиной и, соответственно, переселиться с ним в собственную квартиру. Одна из ближайших целей женщины – поступление в аспирантуру. Она активно готовится к экзаменам, но успевает еще и подрабатывать репетитором у ребенка бизнесмена Вадима. Жених Варвары, которого зовут Анатолий, тоже хочет подкопить денег к свадьбе и началу брачной жизни. На данный момент вахтовик в командировке в Москве. Со дня на день он должен приехать. И вот долгожданный день возвращения Толи наступил. Да только выяснилось, что в столице любвеобильный мужчина нашел себе другую невесту. Не успела Варя оправиться от шока, как судьба нанесла несколько новых болезненных ударов. Сначала вступительные экзамены в аспирантуру сдать не удалось. А потом еще и бабушка тяжело заболела. Настолько серьезно, что даже операция потребовалась. Хорошо хоть главную героиню поддержал Вадим, безответно в нее влюбившийся. Без него женщина бы совсем расклеилась. Из мести бывшему, а также из соображений выгоды, холостячка решила выйти замуж за Вадима. Но скоро она поймет, какую ошибку совершила. Показ сериала состоится 17 марта. Если вам нравятся сериалы и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.